Всем привет, на канале Мусали. Сегодня в работе Volkswagen Polo. На полную шумоизоляцию торпеды. Разобрали багажник автомобиля. Вот такая вот здесь штатная шумоизоляция. Голая арка со стороны крыла. Минимум вибра на самом крыле. По правой стороне то же самое. Ну, небольшие куски набросаны по багажнику. Тем не менее, автомобиль шумный. Необходима дополнительная шумоизоляция. Разобраны двери авто. Ну, тоже два таких пласта в дверях есть. Но тем не менее, все это будем проклеивать. Будем работать по максимальной программе. В автомобиле будет комфортно. Также идет процесс разбора у нас еще торпеды. Разбираем. Мастер работает. Будем уже начинать работу по дверям, по багажнику, по шумоизоляции. И одновременно разбираем, продолжаем салон. Разобрали салон Volkswagen. Вот так у нас будет штатная шумоизоляция. По салону практически полное отсутствие. Минимум вибра. Вот эта область. Без водителя вообще не обработана. То же самое пассажир, задние пассажиры. Крыша автомобиля разобрана. Тоже ничего нет. Голый металл. Это торпеда. Все будем проклеивать. Скрипово обрабатывать. Все будем работать по полной. Закончили проклейку багажника виброматериалом, проклеены арки, проклеены крылья, все тщательно прокатано валиком. Весь материал клеится на горячую и прокатывается. Арка проклеена усиленным материалом, толщина 4 мм, наиболее шумные места авто. Все, багажник полностью упакован вибро. Продолжаем. Проклеили салон виброматериалом. Весь материал усиленный, толщина 4 мм, все клеится на горячем. Материал предварительно разогревается и все прокатывается валиком. Проклеены арки со стороны салона, под задним сиденьем. Все тщательно проклеим. Проклеили 4 двери. Внутрь двери клеится первым слоем виброматериал. Затем второй слой. Также внутрь двери шумопоглощающий материал толщиной около 8 мм. И проклеили первым слоем крышу. Виброматериал. Вот так теперь у нас выглядит крыша. Все проклеено, прокатано. Сняли торпеду на Volkswagen Polo и проклеиваем пластик первым слоем. Клеим, прокатываем фиброматериал. И вторым слоем клеим так называемый антискрип. Уже поверх вибра. Снимаем максимальную вибрацию с всего пластика. И затем удаляем все беспокоящие скрипы. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами, проклеили багажник, проклеены арки, крылья автомобиля, все проклеено усиленным материалом, максимально все вибро шумоизолировано, все, багажник упаковали. Закончили также проклейку салона, проклеили второй слой шумопоглощающий. Так, теперь у нас все проклеено по салону. Проклеены арки впереди, все готово. Заканчиваем проклейку торпеды. Первым слоем проклеим весь тоже виброматериал. И вторым слоем уже клеим антискрип. И заканчиваем проклейку с 4 дверей. Третьим слоем проклеили виброматериал на все двери. Все прокатали. Четвертый слой шумопоглощающий. Максимальная шумоизоляция на дверях. 4 слоя.
И закончили проклейку потолка, тоже проклеили шумопоглощающий слой толщиной сантиметр. Все, автомобиль полностью готов, будем собирать. Закончили сборку пола после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под видео. Всем пока.